на колядки совсем по-другому. На коники только ходим в костюмах. Чатик, ты популярный? А, ну, давай, если давай. Так праздник, вот, допустим, то со звездой. Либо со звездой, либо с рожком. Стараемся как бы больше людей поздравить с этим праздником. То есть Новый год настал. Вот мы всех их поздравим. Да, старый Новый год по старому стилю, он так называется. Там где-то ДК. В том году вроде бы было 100 лет как бы коникам. Вот. Ну да. Какой-то солдат, некий, короче, ну, как бы солдат сюда пришел, как бы, ну, не отсюда, как бы, а какой-то заезжий солдат, он что-то сам этот праздник он придумал. Да, этот атрибут, да, как бы, армейском форма и конь. Все от людей зависит. Как бы. Сейчас, конечно же, сейчас время интернета, потому как бы, все в интернете. Дело в том, что как бы люди сейчас более всем устают, а это веселье, надо людей поздравить, пройти, поздравить всех вот. Вас тоже по праздникам! Наша весна переходит в лето.